Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я прочитаю стихотворение о чувствах иммигранта, который все время думает о своей родине. И я думаю тоже о своей любимой родине, о своем поселке. И у меня вот даже сейчас за спиной такая заставочка моего поселка, Факельский переезд. И рельсы, по которым я много лет ходила из этого далекого поселка в другой поселок, игра, школу, вот по этим рельсам. Ну а сейчас просто небольшая зарисовка чувств человека, который вспоминает свою родину. Песни над станицею. На чужой земле. Мне бы половицею скрипнуть на селе, увидать родимую липу пред окном, стать уральской глиною, крынкой с молоком, или повиснуть радугой, заглянув в свой дом, стать кому-то надобной на селе. Родном, душа к дому просится, помня церкви лик. Лишь опять доносится кукабары крик. А кукабара в Австралии — это такая птица, которая очень рано встает и очень рано поет. Она даже не поет, она кричит. И пробуждает этот мир к новой жизни. И если мы в России часто просыпались под пение петухов, то здесь вот такие кукабары. Лишь опять доносятся кукабары. Крик. Счастья вам, мои родные земляки.